5 основных симптомов избытка соли в организме. Эксперты назвали основные симптомы избытка соли в организме. Также они рассказали о последствиях увлечения этой незаменимой приправой. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 грамма натрия в сутки. Это эквивалентно чуть менее 1 чайной ложки соли. Основные симптомы избытка соли в организме. Жажда. Самый частый симптом избытка соли – постоянная жажда и сухость во рту. Это сигнал от мозга о том, что вам не хватает жидкости. Отечность. Избыток соли часто приводит к появлению отечности. Дело в том, что в организме увеличивается количество натрия. Головная боль. Избыток соли приводит к появлению головной боли. Это происходит из-за расширения сосудов головного мозга. Высокое артериальное давление. Также избыток соли может стать причиной повышения артериального давления. Всему виной повышенные нагрузки на сердце. Болезни почек. Избыток соли повышает количество белка в моче. Из-за этого нарушается работа органа мочевыделительной системы.